К другим темам глава республики ознакомился с ходом строительства объектов Кигром-Манчара в Верхневилюйском Улусе. Также делегация во главе с Егором Борисовым торжественно открыла здание больницы в райцентре. Подробности в материале наших коллег. 20-е юбилейные игры Манчары будут проведены в Верхневилюйском Улусе. Глава Якутии Егор Борисов ознакомился с ходом строительства спортивных объектов. По словам министра архитектуры и строительного комплекса Веры Кузаковой, сейчас ведутся монтажные работы стадиона. Комплекс на 3000 посадочных мест включает в себя крытый легкоатлетический манеж. Кроме этого, ведется строительство многофункционального спортивного зала. Все объекты планируют сдать в срок. Первоочередные задачи, значит, ну, во-первых, чтобы своевременно было финансирование. Есть некоторые моменты, мы их отрабатываем, поэтому в первую очередь финансирование. С весны этого года началось строительство нового здания районного дома культуры. Это событие жители Улуса ждали более 20 лет. Адгезия очень хорошая, сцепляемость со штукатуркой прекрасная. Единственное, что и теплый он металл. Единственное, что сопряжение вот с металлом у них, ну, надо будет рассечки. Они всегда дают какой-то... Да. Разные материалы, у них идет, ну, надо вот нащельники им сразу использовать, для того, чтобы, ну, как бы видимость не было бы трещиноватости и так далее. В рамках рабочего визита глава республики Егор Борисов принял участие в церемонии открытия нового трехэтажного больничного комплекса. Здесь разместится поликлиника на 70 посещений в смену, стационар на 50 коек, а также терапевтическое, хирургическое, реанимационное, родильное, гинекологическое отделение. Больничный комплекс полностью оснащен современным оборудованием. Благодаря этому появится возможность внедрения в практику новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Данные, которые дает аппарат, насколько вы грамотно отдаете, ну вот так, зависит от начала. Оборудование уже есть. Саргалан Захарова, Анна Гурьева, Александр Адамов, НВК Саха, Верхневилюйск.